Сотрудники полиции межмуниципального управления МВД России Одинцовская задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении серии краж. Установлено, что злоумышленник проникал в подъезды многоквартирных домов, расположенных на улице Радужная в Звенигороде, и похищал велосипеды, оставленные на лестничных площадках без присмотра, сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова. При изучении записи камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемого в одном из кафе, расположенном на той же улице. Правоохранителями установлена причастность правонарушителя к совершению 7 эпизодов противоправной деятельности, отметила Татьяна Петрова. В отношении задержанного Следственным управлением Межмуниципального управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигуранту уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время сотрудниками полиции установлены места сбыта похищенного имущества. 6 велосипедов возвращены законным владельцам.